А вот так бы могла выглядеть девушка Шарика из Троя из Простоквашино. Ох, поздравляю! Вы отбыли свое наказание, рай прямо на том конце эскалатора. Наконец-то! Это самый счастливый мой день. Ох, поздравляю! Вы отбыли свое наказание, рай прямо на том конце эскалатора. Что? Ладно. Ох, поздравляю! Вы отбыли свое наказание, рай прямо на том конце эскалатора. Я это уже слышал. Ох, поздравляю! Твою ж мать! А кто у нас хороший мальчик? Вот результаты исследования. Это я. Ого! А кто у нас хороший мальчик? Это я! Это я! Я! Кто хороший мальчик? А, это ты? Ты хороший мальчик! Это я! Это я! Я! Мяу! Ну что за идиоты? Вы замечали, что в темноте все выглядит страшнее? Например, этот робот-убийца. Чик-чик. Нет, это просто мертвый цветок. Злой самурай? Чик-чик. Всего лишь вешалка. Гигантский паук на потолке? Чик-чик. Просто Алонзо, мой сосед. Видите? В темноте нет ничего страшного. Ведь так, Алонзо? Ты арестован. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Твое тело. Твою ж мать. О, нет. Как мухи вообще могут садиться на что-то, что выглядит вот так? Мышам должно быть стыдно попадаться в настолько очевидные ловушки. Медведи, ну вы серьезно? Как вообще можно позволить себе застрять в этой штуке?